Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жрать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ручьей, пора вернуть эту землю себе. We will rock you.